Так, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуков Фэмили, и я решил пройти короткий пролог интересного проекта. В принципе, присаживайтесь поудобнее. Да. Называется, проект «Глубокое озеро», Deep Lake, говорят, очень интересная новелла. Ну, как бы мы посмотрим, все присаживайтесь поудобнее. Я уже проверял тут. Тут выбор будет даваться. Ладно. Не забывайте про лайки, чаёчек, кофеёчек, туда-сюда. Не забывайте про репосты. Приглашать людей, друзей, новых знакомых. Да. А мы, в принципе, приступим. Дорога пролегала через густые чащи. Чего? Это выбор, что ли, этого? Загрузок? Или просто не на то нажалось, да? Так. Весна набирала силу. Он куда-то едет. Встреча с триггером. Хм. Да. Но рисовка ничего так. Птица ударилась. Зовут его Салбер Бьонрош. Судебным фотографом. Что такое музон? Фотограф смерти, это Нолан, да? Специалист на следующую смерть, ясно. Да ты достал! Вызывает не то, что надо, дебил. А, вот так. Красота трупа его завораживает. Смерть истока, жизнь продолжение. Ну, смотря какие люди. Люди разные бывают, в принципе. Нельзя ж всех под одну гребенку. А, часть корпуса. О, бесконечная фигура. Ага. Сочетание звуков. Угу.
А вот и темная сущность. Здорово. Сумма. Мешок из ткани. Ясно. А рано ты пришел. Какого хрена? Назад вернись. Канон. А, правила норм. Ясно. Интересный поворот. Иррационально это как? Ага. Интересно. Ага, движуха, да? Движуха, движуха, движушная. А вот и стол. И диаграмм. Интересно. Ха. Пионерский лагерь. Отсылка к бесконечному лету. Ага. Ой, подожди. Я хочу прочитать, что такое. Да что за... Рунический стан. Совокупность символов, изображающая единую систему. Знаки письменности. А, клинообразных черточек, понятно. Так. Ну, здорово. Что такое музончик? Е, мазафака. Чё? Зарэпсуем, бляха, муха, а? Играет рэпчик. Йоу-йоу-йоу-йоу. Так, народ, я сейчас пойду чайник поставлю и вернусь. Захотелось кофе мне. В этот длинный момент заиграл тут почти рэп. А мы играем в пролог, е. Ну, сейчас я. Блядь, еще окно надо открыть. После дождя. Сейчас я вернусь, народ.
Ратушки секунды. Я тут пытаюсь снова взять и закрыть окно. То жарко, то холодно, что непонятно. Бывает, сидишь, не понимаешь, что происходит вообще. Какой-то степени. А бывает и без степени, да? Так. Срок пришел. Ага. Миссия. Миссия невыполнима. Ага. Ага. Список людей. Интересно. Рубикон. Ага. Ясненько. О, там отсылка к этому, к зайчику. Это что такое? А, тоже отсылка. Ха. Интересный поворот. Золотые листья или как там с листьями? Корона из листьев, по-моему, да. Ха. Интересно. Ну. Ты об этом о зайчике ничего не хочешь сказать, да? Ну и ладно. Путешествия. Куриные яйца. Мироздание. Ха. Биоконтейнеры. Интересно. Так, девушка. Ну что, к девушке подойдем, наверное. Она жива? Музей. О, прикольный вид. В принципе, ничего, это романтично. Подожди. Так. А как я пропускал эти? Подожди-ка.
А, вот. А ну-ка. Должно быть красивенько. Что-то с этой девушкой будет не так. Дефилия. А, это процесс девушек. Движений. Неземная красота. Так, окей. Ни жива, ни мертва. А, он что, втюхнулся в нее, серьезно? Ха-ха-ха, давайте посмотрим. Он что-то от нее почувствовал, да? Ого. Нифига себе моменты. Все открываться в 11. О, нифига себе, красиво, красиво. Мне нравятся такие моменты. Прям таки эпичный музей, однако. Ты что за хер? Who is here, motherfucker? Смотрительница музея. А лодочник. Я убью тебя, лодочник. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Я наушники забыл одеть, ребят, подождите. Наушники — это самое главное. Ой, это. Без наушников не услышишь истинную красоту. Салбет. Ага. Девки нет, девки нет. Ха. Улыбнулась. Чё, это русалка, что ли, была нафиг? Просто Саня. Переночевать в музее. Ага. О, нифига себе тут музей. Приколес.
Прикольный очень. Прям будто в это. В эпоху Ренессанса, да? Так. И музыка ничего так. Граф... Господи, я думал, знаете, граф не Черыш, а Черныш какой-нибудь, блин. Граф Черныш, блин. Капец. Просто граф Черыш. Прикольно. Она у графа спрашивает, нифига себе. О. А вот это прям эпично. Мужичок такой. Здоровенько. Граф Монте-Кристо, блин. Да ладно, граф Чарыш. Да. Нифига себе, ребята! Да тут у нас костерчик. Прям ламповая атмосфера, да? Круто. О! Чего? Нифига себе, красота какая, да, ребят? Какой воронки? Глубокие щели, подземные бассейны, нифига себе. Дыры, короче. Ага. Все как обычно, проклятые. Так. Озера. Блин, ну тут прикольные виды открываются. Я даже не знаю, скринит этот вид или нет. Ой, подожди. Я хотел узнать, что такое слобода. Подожди. Да куда ты? А, в 17 веках поселение около города-крепости. От государственных повинностей, да? Ну такое себе, мне кажется, тот костерчик был красивей. Ого. А вот это прям эпично. Ну как сказать, относительно угол обзора, конечно, такой себе, в принципе. Но ага. Ага, старинная мужская одежда. Прикольно. Воу. Еще и подожгла. Нифига себе. Ха.
Прозвали ее утонувшую девушку Чернодонна. Прикольная история. Вау. Вот это прям красиво. Прям ничего так. Детей. Но встретил ты ее и чё? Она ж на озере только убивает. Утопленница. Сюрреалистические изображения. Оу. А вот это уже красиво. Прям таки. Ничего так. Туника. А, платье без рукавов, да? Будем знать, что это туника. Это, по-моему, этих греков туника была. По-моему, у греков. И тут такое себе. Опочивальню. А, спальня. Не знаю эти древние слова, а почевальня. Так. Китайский философ Чжуан Чжоу. Ученик Лао Цзы. А, Лао Цзы что-то знакомое, да. А, это представители даосизма. Интересно, китайский философ. Китайский философ, да? Надо это потом запомнить. Ха-ха, ржака. Очень смешно. Согласен, что маразм. Ух ты ж, прикольненький вид. Вот в плане некоторых мест прям новелла потрясающая. В плане прям некоторых мест.
тепло. Классическая музыка. Вау, неплохо. Ну да, это как музей. Леди М. Кабинет японской живописи. Карты. Она что, будет гадать, что ли? Тоже ничего так этот видок. Даже черные. Но я даже не знал, какие из этих оставить потом скрин. Так, подожди. Символ созидательного единства. А, во как. Инь-янь, короче, да? О, блин, и тут. Червовая дама. Блин, что-то из этого нужно оставить, что-то удалить. А так виды прикольные, конечно. Что не вышло, подожди. Место, куда... А, ставка. Понятно, ладно. Ой, и тут ядрен батон. О! Ну, тоже неплохой видок. Я просто делаю, чтобы потом какие-то эти оставить. Аллегория. Содержательного знания. Интересно. Ха. Нифига себе. Что там у тебя? Сталкивалась. Композитор, мелодик Дэд.
Трэш металл, пауэр металл, дэт металл. Прикольная отсылка. Не, ну вот это мне нравится, надо заскринить другу. Отослать. Дэт металл. Так, глубокое озеро. Серьезно? Об озерной Ундине. Ага. Ладненько. Да ё-моё. Будем знать. Как говорится. Как говорится. Так. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Так, эфемерический танец, а что это значит? Скоро приходящее явление. Да. Иногда тут такие словечки. Тантричес. Магический, высвобождающий. Ого. Нифига себе. С мистикой охереть. Тантра. Да. Серьезно? Нифига себе. А вы офигели? Истина, не требующая доказательств, ясно. Ага, выбрала. А, ну что такое мундштук, я в курсе. Эстетика, мать твою. Ага. Прима. Прима. Ага, первая балерина. Будем знать. Ага. Thank you.
Ага. Амулет. О, а вот это прям очень красиво, я бы сказал. Так. Вау, нифига себе видок, вообще прикольный. Вообще, вообще, вообще. Так, сейчас, ребят, я подойду, кое-что сделаю. Сейчас. Так, 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 так. Вот мы и вернулись. Так, я выехал. Что, скоро конец? Ага. Серьезно? То есть ты уедешь к загадочному сиянию, да, мужик? Тебе прям любопытство распирает, что же там. Так. Ну ладно. Оу. Жестко. К реке. Нифига себе. Вот вопрос, нахрена тебе туда? Интересный знак против солнца. Вообще, я знаю, что это называется как черное солнце, когда против солнца. Ну ладно, пофиг. Чего? Серьезно? Я должен это дерьмо щелкнуть? Так. Так. И чё? Стой. Что вы сделаете? Колдовское дерьмо. В натуре. Что, все что ли? Или нет? И...
Это мы типа сваливаем, да? И... The end. The end. And maybe the begin. И, конечно же, новое начало. Ну, как сказать? Как сказать? Короче, я сейчас где-нибудь сделаю красивый вид про глубокое озеро. Хотя, ладно, не стану. Короче, что сказать? В принципе, неплохо. Про эту девушку глубокое озеро. Короче, суть в чем? Суть в том, что мы должны, чтобы сделали представление вот этой девушке в музее, вот с этой утопленницей. Древней, короче. Но, в принципе, история такая интригующая, завораживающая, необычная. Вот, как раз мы 50 минут играли. Вот. В принципе, неплохо. Мне понравился пролог, довольно такой необычный пролог. С вами кто? OG Log. Ладно, шутка, шутка минутка. Короче, всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, и про репосты. Вот, приглашать друзей. И не забывайте подписываться на канал. Ну и, конечно же, на колокольчик. Ну а с вами был Казоку Фэмили, дружочек. Короче, всем до новых встреч, всем удачи, всем до скорого, всем е. Пока-пока. Йоу.